У вас могут быть разные увлечения, но есть то, что объединяет. Квадроциклы CF Moto. С 26-27 сентября в Астраханской области на территории базы «Авалон» прошел 7-й кубок телеканала «Охотник и рыболов». Опытные рыбаки из разных регионов России приехали на Нижнюю Волгу, чтобы побороться за главный приз – кубок телеканала. Итак, обо всем по порядку. Что необходимо сделать участникам турнира сразу после заселения? Конечно, провести рекогносцировку местности, ознакомиться с водоемом. Ну вот, тренировка уже началась, спортсмены на своих местах. Многие из них приехали глубокой ночью, чтобы пораньше оказаться на водоеме. Каждый пытается разработать свою тактику, найти тот самый секрет, который поможет завоевать победу. Тренировочный день пролетел незаметно. Рыбаки перепробовали массу приманок и снастей, и многим спортсменам удалось найти эффективное решение. Были выловлены приличные экземпляры карася, сазана, леща, судака, щуки. Стало ясно, рыба есть. Ну вот сейчас тренировка заканчивается, и спортсмены отправляются на отдых, потому что завтра уже начнутся соревнования, и послезавтра мы узнаем имя победителя 7-го кубка телеканала «Охотник и рыболов». Несколько слов о нововведениях. Кубок телеканала «Охотник и рыболов» пополнился еще одной спортивной дисциплиной. К состязанию по спиннинговой ловле прибавилась ловля фидером. Первый день соревнований. 7 часов утра. Главный судья турнира Александр Иванчиков еще раз уточняет. Время, выделенное на ловлю, составляет ровно 5 часов. За эти 300 минут спортсмены должны продемонстрировать максимум, на который они способны. При ловле на фидерную снасть победа присуждается за суммарно больший вес добычи. При ловле спиннингом – за общую длину выловленной рыбы. Каждая измеряется от начала головы до хвоста. Начинается жеребьевка, в ходе которой за всеми участниками турнира закрепляются определенные места на берегу реки. Организационные вопросы решены. Спортсменам не терпится побыстрее приступить к делу. Все нацелены на победу. Мы стали солиднее. 50 участников прошли серьезные отборочные туры во всех регионах. Здесь только лучшие из лучших, и все готовы бороться за победу. Небольшой путь от базы до реки, и вот все рыбаки на местах. Звучит долгожданный сигнал. Команда, старт! Начали ловлю, старт! Природа явно благоволит к участникам турнира. Тепло, солнечно, рыбаки полны оптимизма. А вот и первый улов. Проходит еще немного времени, и на крючке хищная рыба – щука. Хороший экземпляр. Ну а дальше, как говорится, поперло и у остальных спортсменов. У фидеристов пошел сазан, спиннингистам везло со щукой. И еще несколько слов об изменениях в правилах турнира. Главный принцип, которым мы руководствуемся при проведении соревнований сейчас, это сохранение рыбы живой. Мы должны обязательно рыбу поймать и должны ее отпустить. Так что будьте уверены, в ходе соревнования ни одна рыбина не пострадает. Ну вот один из участников поймал вот такого судака, но по правилам соревнований рыбу нужно отпустить. Судья объявляет о завершении ловли. 5 часов пролетели для спортсменов незаметно. Еще бы, азарт, отличный клев и нацеленность на победу сделали свое дело. День для большинства участников оказался продуктивным. Свидетельство тому – наполненные рыбой садки. 18 килограмм 500 грамм. На сегодня соревнования закончились, спортсмены отправились на базу, где будут известны результаты первого соревновательного дня. Но мы вам их не расскажем, сохраним интригу до конца этой передачи. Все отправились отдыхать, и мы тоже.
Второй день соревнований, снова база «Авалон», снова 7 утра и снова жеребьевка. Непосвященному зрителю может показаться, что все примерно то же самое, но мы-то знаем, что сегодня решающий день, и борьба будет гораздо напряженнее. Оно и понятно. Накануне не только главный приз – кубок, но и масса ценных и приятных для каждого рыболова подарков. По итогам первого дня турнира судьями сделаны значительные корректировки. Утром было принято решение сменить место ловли. У спингистов есть такое... такой момент, когда есть такое понятие «рыба наколота». Угу. То есть рыба, которая уже была на крючке, она берет неохотно. Вот. Если фидеристов наоборот, чем больше дней ловли, тем рыба подходит, потому что они кормят, и рыба стягивается к этой зоне ловли. То у спингистов, как правило, наоборот. По просьбе спингистов мы поменяли зону ловли, сместились ниже по течению, для того, чтобы это было новое место, для того, чтобы эти сегодняшние результаты были какими-то отличными от вчерашнего дня. Вчерашний день был довольно-таки сложный, тяжелый. Вот. Ну, надеюсь, сегодня будет получше. Новый участок реки, по мнению судей, более равномерный, удобный, а значит, более перспективный для ловли хищной рыбы. Чутье и опыт арбитров не подводят. Щука и судак клюют активнее, чем в первый день состязаний. Отсутствие ветра тоже играет на руку спиннингистам. Впрочем, некоторым особо азартным рыболовам и этого мало. Вот так, что вы щуку поймали в 56 сантиметров. Да. И отпустили. Да. Предположим, она волшебная. Какое бы желание вы загадали? Ну, чтобы она позвала своих сородичей примерно еще штук. Сколько там? 5 можно, да? Ну, еще 4. Тут хоть сколько? Сколько вот у вас 4 хватит? 4 меня устроили. 4, чтобы всех щук закрыли? Да. Ну, мы вам пожелаем тогда исполнения этого желания. Благодарю. Улыбается Фортуна и спортсменам-фидеристам. Хотя не так часто. Второй день по ловле фидером на турнире. Погода изменилась, стало гораздо жарче, поэтому клев не настолько интенсивен, как вчера. Но, как видите, рыба все равно есть. Соревновательная часть на этом закончена. Остался подсчет результатов. И очень скоро вот этот кубок и главный приз «Резиновая лодка» найдут своего обладателя. Состязания завершены. Позади у спортсменов сотни поклевок, досадных сходов рыбы, трудных вываживаний. Впереди подведение итогов и церемония награждения. Первым участников кубка с окончанием турнира поздравляет директор службы продвижения телекомпании «Первый ТВЧ» Антон Бельчиков. Спасибо, спасибо. Но я предлагаю сегодня хлопать вам за тот результат, который вы показали. За ту борьбу, которая шла до последних минут второго тура, за те моменты, когда у вас возникали спорные, и мы находили компромисс. У нас получился по-настоящему спортивный кубок, все-таки по-доброму спортивный. Затем слово берет главный судья 7-го кубка телеканала «Охотник и рыболов» Александр Иванчиков. Дорогие друзья, спасибо всем, что участвовали в этом сложном соревновании и прошли его с достоинством. Сейчас мы будем определять победителя, от себя скажу, что... Все боролись, трудились. Соревнование было очень непростое, но победители, я думаю, получили заслуженный результат. Все молодцы, спасибо большое, всех поздравляю. Начинается церемония награждения. В личном зачете тройка лидеров спиннинговой ловли выглядит так. На первом месте Евгений Словецкий, на втором и третьем Алексей Поляков и Александр Лишенко, соответственно. Все победители получают от партнеров турнира ценные подарки. В командном зачете по спиннинговой ловле на третьей строчке турнирной таблицы «Fish Style». Второе место у спортсменов-фаворита. Всем рыбакам вручаются снасти, которые предоставила компания «Волжанка», а также супер-ножи бренда «Кизляр». И одним из таких спонсоров являются ножи «Кизляр Суприм». Это единственный российский производитель, который настолько уверен в собственных силах, что дает пожизненную гарантию на все свои изделия. Первое место и главные призы – кубок телеканала «Охотник и рыболов», а также замечательную резиновую лодку от компании «Альтаир» завоевала команда «Авангард». Итак, первое место в командном зачете по ловле спиннингом у нас сегодня занимает команда «Авангард», Русаков Владимир. Команда «Авангард» занимает первое место. Давайте ей побольше аплодисментов. Я напоминаю, что они получают два спиннинга от компании «Манзон» и лодку от компании «Альтаир». Thank you.
Теперь о ловле на фидер. Победитель в личном зачете Александр Прокопов. Лидером командного зачета по фидеру, а значит и счастливым обладателем кубка, становится коллектив «Рыбалка Белогорья». На второй строчке ребята из Тамбова. Третье место у спортсменов «Fish Style». Раскрыть секрет своей победы в соревновании и поделиться впечатлениями о турнире мы попросили призеров и победителей кубка. Мы очень долго готовились, очень много работали, тренировок очень много было у нас. Соответственно, ну, без тренировок у нас бы ничего не получилось. Я думаю, что это заслуженно. Судейство было на высоте, спортсмены тоже очень хорошо относились друг к другу. Было уважение, не было никаких спорных вопросов, а если они и были, то решались мирным путем и без шума, как говорится. Поэтому все было замечательно, великолепно. Погода была здоровская, все было классно. Ну, мы очень давно вместе выступаем в различных соревнованиях. У нас очень сложный коллектив. Вообще, мы как бы пришли с лодочного спорта, а у нас нынешняя дисциплина объединяет два человека в лодке. Поэтому мы прекрасно друг друга понимаем и делимся всеми своими секретами. Это, в принципе, и есть основной секрет нашей победы. Ну, победа, на самом деле, трудовая. Она даже, в принципе, по турнирной таблице видно, что мы совсем на немножко ушли от второго места. У нас отрыв минимальный. Приходилось выкладываться полностью, выкладывать все свои силы, все свои навыки, умения. Мы очень довольны турниром, довольны проведенным временем на базе «Авалон». Непосредственно все очень сильно понравилось, очень приветливые люди, очень хорошая доброжелательная атмосфера. Поэтому мы очень довольны всем, что произошло. Седьмой кубок телеканала «Охотник и рыболов» закончился. Имена победителей известны, призы и подарки вручены. Но соревнования на этом не заканчиваются, потому что мы начинаем подготовку к восьмому кубку и приглашаем вас принять в нем участие. До новых встреч!